золотое платье. Вик, можно тебя на пару слов? Это мероприятие для учащихся. Тебе не нужно будет приходить. Я учусь здесь еще. Сама ко мне. Ну, скажите ей, что она больше здесь не учится. Скажите, а то родители всех мальчиков теперь переживают. А, ну да. Я девочка и должна быть красивой, послушной, грациозной. Что это? Ты что такая неадекватная? Мне правда пора. В смысле? А к тебе можно? Ко мне нельзя, правда. Да как-то нельзя. Почему? Ты что делаешь? Выключи. Кому сказала? И так спит, как попал. Мам, это я виновата? Ты о чем? Ты знаешь, о чем. Успокойся. Кто так сможет успокоиться? Вика, остановись! Вика, ты меня слышишь? Здесь вот сидел мужчина. Он забрал моего ребенка. Какой мужчина, девушка? Да просто краток. Спрячемся.